Итак, краткая предпродажная проверочка плеера Sony. Работает тут от одной батарейки пальчиковой типа 2. Диск вообще писанный на компьютере, CD-рочка. Музыка для YouTube разрешенная. Плеер у нас Sony CD Walkman DNE-319. Идет загрузка. Я подключил колоночку, чтобы слышно было. Чтение, 15 треков. Play. Диски читает на ура. Причем даже пишет название треков сверху. Редко попадаются одни из таких плееров высокой модели, у которых очень обширный функционал. Кнопка стоп у нас при удерживании плеер отключает.